Еще одна успешная компания, работающая под эгидой Holding UDI Group, Lifestyle International Group. Компания, в свою очередь, управляет тремя брендами, два из которых нам уже знакомы – Rich Aroma и Rich Cosmetic. Более подробную информацию о другом бренде предоставляет генеральный директор компании Джонибек Мухторов. Сам продукт Элис Парфюм, он зашел в рынок 2009 года под другим именем. Это была Ласпида. Но основное основание компании Элис Парфюм уже 2018 года, с марта месяца основалась эта компания, как Элис Парфюм, именно направление чисто парфюмерии. LS Parfum, как и другие парфюмерные бренды, работает с партнерами по франшизе. Компания реализует готовую продукцию и обеспечивает партнеров готовой продукцией. Какова цель и миссия компании? Предоставить именно тот продукт, который востребован с рынком. Сейчас, например, очень много рынка таких компаний, но мы являемся сейчас, можно сказать, конкурентом как какой-то компании мы еще не считаем. Например, наш продукт – это достойный продукт сейчас на рынке. По качеству и по ценовой политике очень даже доступно для именно среднего сегмента. Каждый новый партнер, который становится новым членом компании Lifestyle International Group, проходит курсы повышения квалификации в парфюмерном бизнесе, чтобы изучить все тонкости этого направления. Именно благодаря таким принципам работы новые партнеры доверяют брендам Holding UDI Group и считают, что продажи парфюмерии в Казахстане будут расти, как и в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и России. Только в Казахстане год назад было всего 28 торговых точек, а сейчас их число возросло до 62 и будет расти и дальше. В свое время наставник Сигмунд Дравлатов создал эту компанию для того, чтобы кто не может покупать во французском доме или же в Монами, Битимане, таких дорогих магазинах, чтобы они приобретали у нас. Просто тут упаковка упрощена, содержимое такое же один в один. Наш завод отличается тем, что он не мешает, так скажем, концентрат основы с чем-то другим, да, как есть, и по всем формулам создает оригинальные ароматы. Каждая компания и каждый индивидуальный предприниматель стремится быть брендом номер один. Чтобы добраться до этого этапа, нужно приложить немало усилий. Наша компания вообще никогда не стоит на месте. Мы всегда занимаемся оптимизацией, автоматизацией. Стараемся систему Кайзен Японии немножко к нашему менталитету применять и идти постоянно на рост. Rich Aroma также стал одним из самых популярных парфюмерных брендов в Казахстане. Rich Aroma отличается от марки LS Parfum несколькими особенностями и по аромату, и по доступности. LS и Rich Aroma, во-первых, это разная модель франшизы. Здесь духи немножко другого сегмента. Они ориентированы на средний сегмент, ценовой сегмент. Rich Aroma же это более доступные духи, то очень высокого качества, но доступный сегмент, потому что мы сократили издержки за счет маркетинга и оптимизации логистической цепочки. И Rich Aroma – это больше такой масс-маркет, а LS – он ориентирован на средний ценовой сегмент. Rich Cosmetics также является одной из самых доступных компаний в Казахстане. Косметика из развитых стран с разными, но популярными брендами, предназначенными специально для женщин, имеет много покупателей. По Казахстану где-то более 100 отделов, которые могут сейчас вот приобретают и начинают продавать. Также мы дистрибьюторы компании Flormar. Эта компания является на рынке, уже давно работает, и она известна во многих странах мира. И мы являемся эксклюзивом этой компании, и также делаем реализацию всех своих партнеров, и также это оптовики, которые во всех регионах.